две семерки и две восьмерки в серийном номере у банкноты 1000 тенге, которая лежит на байковой поверхности 10 октября. Семерки образуют зеркальную цифру с нулем. Ноль – это цифра начала, да? Семерка – это цифра успеха. Начало успеха, так можно зашифровать. Ну, усиление происходит где-то в полтора раза. Восьмерки образуют зеркальную цифру с девяткой. Восьмерка – это цифра силы, а девятка – цифра духовности. Ну, поэтому некоторые усиления силой в этой банкноте происходит. Через духовность это происходит.